Анастасия Квитко в облегающем черном боди, Кардашьян пора на пенсию. Каждый новый снимок Анастасии Квитко вызывает целую гамму чувств у преданных поклонников. И модель не разочаровывает. Новая фотосессия русской Ким Кардашьян стала настоящим подарком для любителей пышных форм. Всегда игривая и яркая Анастасия Квитко решила сменить привычный образ. Joinfa.ua предлагает насладиться фотографиями смелой фигуристой модели в боди, а также ярких купальниках в качестве бонуса. В Инстаграме популярная модель поделилась фрагментами новой фотосессии. На снимках Анастасия Квитко предстала в несколько новом для нее лаконичном и провокационном, с элементами агрессивности, образе. Черная кожаная боди-перчатки и ботфорты на высоком каблуке составили отличное дополнение основному действующему лицу. Кроме того, волосы девушки стали темнее. В отличие от романтических и нежных образов, фото которых она делилась прежде, на этот раз русскую Ким Кардашьян не узнать. Глаза пышнотелой модели были скрыты за шикарными солнечными очками. Все это великолепие красовалось под солнцем Малибу, излюбленного места отдыха и проживания множества голливудских знаменитостей. В Инстаграме популярная модель поделилась фрагментами новой фотосессии. На снимках Анастасия Квитко предстала в несколько новом для нее лаконичном и провокационном, с элементами агрессивности, образе. Черная кожаная боди-перчатки и ботфорты на высоком каблуке составили отличное дополнение основному действующему лицу. Кроме того, волосы девушки стали темнее. В отличие от романтических и нежных образов, фото которых она делилась прежде, на этот раз русскую Ким Кардашьян не узнать. Лицо пышнотелой модели было спрятано за шикарными солнечными очками. Все это великолепие красовалось под солнцем Малибу, излюбленного места отдыха и проживания множества голливудских знаменитостей. Шикарная природа, Тихоокеанское побережье, яркое солнце позволяют сделать очень красивые и атмосферные снимки. Анастасия Квитко очень любит выставлять свою фигуру на всеобщее обозрение. Именно телосложение модели обязано всемирной популярности. Невысокий рост, 162 сантиметра, не помешал Анастасии стать одной из самых узнаваемых девушек. Тонкая талия в сочетании с пышными округлостями стали фишкой Квитко. Параметры девушки не так впечатляют, как их созерцание вживую. Объем бюста Анастасии составляет 95 сантиметров, талии всего лишь 63, а бедер 105 сантиметров. Такие изгибы стали визитной карточкой модели, которая благодарит за них исключительно природу. Пышные формы модели привлекли к ней внимание. За аккаунтом Анастасии Квитко наблюдает более 9 миллионов подписчиков. Фанаты звезды в абсолютном восторге от женственных и плавных изгибов тела красавицы. А что вы думаете про Анастасию Квитко? Делитесь этим видео, пишите комментарии, читайте Joinfa. Oh, 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 oh,